пробки 8 и 9 баллов стали практически ежедневным явлением в Воронеже. Ситуация резко ухудшилась после перекрытия виадука на 9 января. Мы решили узнать у воронежцев, как изменилась их жизнь без такой важной транспортной артерии. Как изменилась ваша жизнь после закрытия виадука? Все стало очень печально. 9-бальные пробки, люди на 1,5 часа дальше туда, дальше обратно едут. А у нас власти показывают свою полную некомпетенцию, поскольку те работы, которые можно было выполнять в летнее время, можно было делать до 22 часов. А сейчас все ввиду погоды, простой будет неделями, днями. Я вот буквально сегодня там был, никто не работает. Постоянно по пробкам двигаемся, от лет говорим, до места назначения не можем. Печально, пешком ходят. Особенно тех, кто вот в этом районе, особенно в час пик, им тяжело, тяжелее всех приходится. Семью не видят, да? Приходится маршрут выстраивать таким образом. Раньше у меня, например, дорога какую-то точку занимала, там, например, полчаса, 20 минут, да? В итоге это все дело растягивается там из 40 до часа порой. А вам удобно на транспорте? Мне удобно, на велике удобно, я где угодно проскочу. То есть на вас никак это не повлияло? Никак не повлияло, абсолютно. Ну, у нас в Воронеже вообще каждый день 9 баллов практически везде, часы пик, то есть это как бы уже норма жизни. Уже привыкли все. Ну, не то, что привыкли, но а что делать?